Директор Фан, вам не кажется, что за нами следят? Мы в горах, тут полно всяких хищников. Не забивай голову. Серьезно? Но рядом курорт. Откуда здесь звери? А почему нет? Это место отлично сохранилось. Может, разожжем огонь? Хищники боятся огня, верно? Зачем вы ложитесь? Хотите спать? Посмотри. Так прекрасно. В городе невозможно увидеть звездное небо. Давай не будем тратить время на разговоры о хищниках. Когда последний раз вы видели такое звездное небо? В прошлом году. В Финляндии. И еще полярное сияние. Вот это да. А ты? Я? Когда мне было 12? 12? Угу. Это было в горах. В тот год мы отправились на экскурсию с классом. Я тогда отстала и заблудилась. Никак не могла найти своих. И начала плакать. Я думала, что умру там. А потом, как ты вернулась домой? Тогда появился добрый братец и довел меня до полицейского участка. Когда он нес меня на спине, я видела такое же звездное небо. Прямо как сейчас. Ты все еще общаешься с ним? Нет. Я была так напугана, пока не попала в полицейский участок, что забыла спросить, как его зовут. Когда вспомнила, он уже ушел. Очень жаль. Угу. И я пыталась искать его. Но прошло столько времени, у меня нет никаких зацепок. Я не знаю, где он сейчас. Наверное, это означает, что вам не суждено встретиться. Может и так. Но мне всегда казалось, что мы еще увидимся. Если я снова встречусь с ним, я... Что ты сделаешь?